Ты плохо выглядишь, племянник. Ты так долго приводил меня в чувство, но я снова расклеился. Не хочешь быть в таком состоянии? Тогда не опускайся на дно, племянник. Тебе легко говорить, дядя. У тебя на каждый вопрос есть ответ. А у меня нет, пойми. На какой вопрос? Почему, дядя? Почему? Мне хочется схватить их за горло и придушить. Почему они сделали это, дядя? Почему? Да, так было. Но больше так не будет. Дядя, твоих советов недостаточно. Я хочу, чтобы она рассказала мне правду. Она убивает меня, а потом приходит утешать дядя. Эхо из прошлого не дает тебе покоя. Тебе это кажется настоящим. Поэтому твое сердце болит. Оно болит именно поэтому. Поэтому. Я хочу узнать правду. Правду. Нет, племянник, на самом деле ты не хочешь узнать правду. Скажи. Тогда снова ты скажи, чего я хочу. Ты хочешь простить эту женщину? Нет. Да. Она найдет какую-нибудь причину, что-нибудь ответит тебе. А ты обязательно простишь ее. Ты сможешь простить ее. Сможешь, племянник, хватит. Довольно, дядя, хватит, все. Ладно, представим, что ты простил ее и передумал мстить. Значит, ты уже не хочешь, чтобы восторжествовала справедливость. Восстановить честное имя Омера сможешь только ты. Тогда мне придется каждый божий день убивать в себе Омера. Я тоже человек, дядя. Никто не говорил, что будет легко. Именно поэтому я здесь. Ты мне как родной сын. Я поддерживаю тебя, как родного сына. Дядя, дело в том, что ты говоришь мне стереть прошлое, а я не хочу избавляться от него. У меня есть мама, братишка. Я бросил их. И у меня есть отец, дядя. Есть! Эзель! Эзель! Эзель, время еще не пришло, племянник. Сейчас не время останавливаться на полпути. Ты уже встал на этот путь. Те, кто дорог тебе, могут оказаться в опасности. Если остановишься, волки учуют твой запах. Если остановишься, волки прекратят препирательство между собой и обратят свой взор на тебя. Если учуют, кто ты, эти кровожадные твари вонзят клыки сначала в тех, кого ты любишь, а потом уже в тебя. Ты не можешь остановиться.